Интересный рецепт постных булочек с морковью. Морковь добавлена в тесто не просто так. Даже небольшое ее количество создает эффект сдобы, такие булочки получаются более мягкие и дольше не черствеют. Приготовить морковные булочки можно не только в пост. Выпечка нежная и воздушная, украсит любое чаепитие. Можно подавать их с маслом или джемом, а можно использовать для приготовления бутербродов для пикника или перекуса в течение дня. Берите рецепт на заметку. Мука 600-700 грамм. Растительное масло, 20 грамм. Дрожжи сухие, 1,5 чайных ложки. Морковь, 40 грамм, вареная. Соль, 0,5 чайных ложки. Вода, 300 миллилитров. Сахар, 1 столовая ложка, для смазывания. Вода, 30 миллилитров, для смазывания. Количество порций, 8-12. Подготовьте все ингредиенты. Морковь заранее отварите до готовности. Соедините муку, дрожжи и масло. Добавьте тертую на мелкой терке вареную морковь. Влейте воду и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Муки может уйти чуть больше или меньше, поэтому сначала я насыпаю примерно 400 грамм, а потом уже подсыпаю оставшуюся муку по мере необходимости. Тесто соберите в шар, смажьте растительным маслом, накройте миску пищевой пленкой и уберите в теплое место на 1,5 для подъема. После чего его необходимо обмять и дать подняться еще в течение 30-40 минут. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на 8-12 частей, в зависимости от желаемого размера булочек. Каждый кусочек обваляйте с двух сторон в муке. Сформируйте булочки и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Накройте заготовки полотенцем и оставьте для расстойки еще на 20 минут. Затем смешайте сахар с водой и смажьте этим раствором булочки со всех сторон. Выпекайте в духовке при температуре 220 градусов около 25 минут. Постные морковные булочки готовы. Остудите их сперва на решетке, а потом подавайте к столу. Приятного аппетита!